Нужно было отделаться от копов. Ты в норме? Копов нет. За дело. Есть инфа о тех грузовиках. Один из них видели на пути к докам. Мёрсер собирается вывести тачки из города. Что ж, какой план? В полицию идти нельзя. Там повсюду люди Мёрсера. Остались же в городе еще честные копы. После всего, что произошло, уверены, их здесь крайне мало. Нам этого хватит. Нужно лишь понять, как отличить их от плохих. Есть простой способ. Заберем всех. Серьезно? Ты же хочешь стать легендой? Ну ты даешь. Заметано. Я разошлю сообщение. Командам Лиги, всем нашим. Пусть поднимут как можно больше шума и заманят в порт Мёрфи целую уйму копов. Ладно, что? Поедем в Иденшорс. Тут дерьма навалилось, надо разгрести. Что ж, думаю, мне пора вернуться за руль. Я к тебе в машину не сяду. Взаимно. Да ты же уже все позабыл. Слыхала про мышечную память? А если у мускулов деменция? Эй, она может сесть ко мне. Да. Наконец-то хоть что-то хорошее. Этих тварей. Кто хочет фотку на фоне ракеты?
ты ничего, Ривьера! Молись, чтобы эта штука не взлетела! Направляю дополнительные патрули. Раскатайте. Повеселились и хватит! Что за этим стоите вы? Не могли отпустить вас и попрощаться. Предупреждаю, завязывайте. Это вряд ли, лейтенант. Теперь у нас есть машины, а у вас проблемы. Думаете, остановите его? Офицер Торрес, он такой. Есть возражения? Тогда послушайте меня. Это опасный человек. Если прижмете его, не связывайтесь. Оставьте его мне. Очень смелые за рулем, да?
законном месте. Может, обсудим в другой раз? За сегодняшние подвиги в Лигу можно попасть. Как думаете? Ей нужна своя тачка. Хорошая. Тогда их можно давать мод. Ты вовремя. Мне нужно выбираться отсюда. Ты? Торрес? Ева? Если меня возьмут, все кончится плохо. Для нас обоих. Я знаю. Сегодня полиция завершила поиски бывшего главы скоростной спецгруппы Фрэнка Мерсера. Согласно заявлению, его тело так и не было найдено. Но в полиции считают, что бывший офицер мертв. Более недели назад дискредитированный лейтенант полиции попытался скрыться от правосудия с автопарком дорогих ворованных автомобилей. Ему это почти удалось, но в дело вмешался выдающийся уличный гонщик, имя которого пока неизвестно, который помог спасти автомобили. Дальнейшее расследование показало, что под видом конфискации их отнимали у законных владельцев в течение многих месяцев. На волне скандала спецгруппа обратилась к встревоженной общественности. Недавно вступившая на этот пост глава спецгруппы выступила сегодня с заявлением. Спасибо. Слишком долго Фрэнк Мерсер использовал этот отдел в своих интересах. Но этому конец. Пришло время бросить ресурсы на нашу главную цель — на борьбу с гонками. Если Фрэнк Мерсер позволял преступной деятельности процветать, то я положу ей конец. Это ты мне дашь? Достойная тачка. Исключено. При судьбе твоих прошлых машин, скажи спасибо. Идеально подходит для начинающих. Лукас, я в лиге. Если появлюсь на эту, меня засмеют и прогонят. Может, ты и крутая. Но для меня ты всегда будешь мелкой, мировой. Транкила, нет. Да ладно. Появишься на этом и... ребра! Прости! Эй, тачки, что вы забрали у Мерсера, сделали вам двоим имя. Но вам все равно не помешает помощь. То есть ты хочешь в команду? Думаю, вернуться на трассу. Вспомнить парочку трюков. Класс! Хочешь прокатиться? Погнали! Эй, вы присматривайте друг за другом. Люди со всего штата хотят с вами погонять. Но многие хотят вас остановить больше, чем когда-либо. И если натворите дел, не попадемся.
Поблагодарила тебя, скорее бы увидеть крутого гонщика за рулем этой классики.